Доброго времени суток, дорогие зрители и подписчики канала, с вами Локи, и сегодня у нас в преддверии ответного матча четвертьфинала Лиги Чемпионов Ливерпуль против мадридского Реала. Вы, друзья, в комментариях пишите свои прогнозы на этот матч, как вы считаете, с каким счетом он завершится и кто победит, кто пройдет дальше. Ну а позже мы узнаем, каким результат будет в жизни. Ориентировочные составы на этот прогноз взяты исключительно из данных в интернете, в жизни они могут отличаться. Ну и давайте начинать. Ливерпуль в выездной встрече уступил со счетом 3-1. И многие уже не верят в то, что они смогут выйти в полуфинал. В свое время Ливерпуль уже творил чудеса, когда, казалось бы, все было потеряно. Но сейчас, честно скажу, мне кажется, у команды Клоппа не хватит на это сил. Много травм, много постоянных изменений в составе, много сил отдано, и не все всегда получается у команды так, как бы хотелось. Ну а Реал, напротив, обыграли Барселону в хорошем расположении духа. В первом матче победили со счетом 3-1. Я думаю, это будет как минимум интересная игра. Ну а кто выиграет и пройдет дальше, мы узнаем с вами уже сегодня. Подача в штрафную, до Асенсио мяч не дошел. Мадридский Реал потихоньку начинает создавать моменты. Подача в штрафную, удар по воротам. И Вейналдум забивает первый гол на 28-й минуте. Вот она, первая атака Ливерпуля. И счет становится 1-0. Хорошую стеночку разыграли. Хороший черпачок на линию 11-метровой. И Вейналдум не оставил никаких шансов Куртуа. Но вот уже атака Реала. Тони Кросс бьет по воротам. И здесь спасает свою команду голкипер и защитник. Алисон Беккер и Александр Арнольд. Или Кабак. Кабак это прыгал, вынося мяч на угловой. И 5 минут до конца первого тайма. Немного было моментов команд в первом тайме. Но Ливерпуль своим моментом воспользовался. Реал, к сожалению, пробил не очень точно. Посмотрим, чем нас порадуют вторые 45 минут. Тони Кросс, подача, Винисиус, как разыграли. И снова шикарно действует эта парочка. Тони Кросс выдает изумительный пас, а Винисиус исхитряется пробить. Счет в нашем прогнозе становится 1-1. Но как же сейчас классно разыграл Тони Кросс и Винисиус. Садио Мане, подача в штрафную. До мяча никто из партнеров не добрался. И тут же Реал пытается выйти в контратаку. 15 минут до конца, и снова Реал идет в атаку. Это Адриасоло, передача на Модрича. И тот пытался, такое чувство, заработать пенальти. У нас идут последние минуты этого матча. И Ливерпуль идет в атаку. Возможно, в последнюю. Садио Мане. Реал сейчас все неплохо перекрывает, и в итоге Ливерпуль зарабатывает только аут. Две минуты добавил главный арбитр. Одна из них уже истекла, но и, видимо, больше голов в этом прогнозе мы, ребята, с вами не увидим. Звучит финальный свисток, это ничья 1-1. Вы пишите свои прогнозы в комментариях, поддерживайте видео лайком. Ну а с вами был Локи, огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся, пока-пока.